Вот у нас собачка Киви Свет 50 дней. Вот. Прокупировали ушки, установили каркасик, подклеили ушки на лейкопластырь на бедничек вдоль шва, не касаясь шва. И завязали на бинтик две дырочки с правой стороны и с левой ушка. Проводится бинтик и под горлышком завязывается платочком. Ну, то же самое с другой стороны. Вот. Пластырь идет только со стороны ушка вдоль края, перекидывается на ту сторону каркасика. Все. Каркасик литровая пластиковая бутылочка. Вырезается чуть длиннее уха, ну, может быть, на палец выше. Вот, краюшки обклеиваются обязательно несколько раз лейкопластырем, и под него лучше положить бинтик, чтобы не натиралось вот в этих вот местах, потому что он, каркасик довольно плотный. Ну, наверху тоже так для вида.